Доброе утро! Сегодня с вами шеф-повар Артем Ракевский. Я для вас приготовлю правильный сэндвич. Вам понадобится хлеб, кукуруза, консервированное, куриное яйцо и авокадо. Для начала приготовим яйцо пашот. Для этого мы вскипятим воду, добавим туда соль, уксус и вобьем одно куриное яйцо. Аккуратно извлекаем яйцо в креманочку. Не повредить, главное, желток. Далее раскручиваем воду и опускаем яйцо в кипяток. Достаточно 2-3 минут для того, чтобы яйцо пашот было готово. Тем временем на сухой без масла сковородке подсушим хлеб. Хлеб вы можете использовать любой, тостовый, бородинский, нарочанский, любой хлеб подойдет для данного завтрака. И очищаем авокадо. Разрезаем его пополам и очищаем от кожуры. Избавляемся от кожуры и всего ненужного. И после этого его надо будет нарезать тонким ломтиком. Таким принципом нарезаем авокадо. Далее берем тарелку. Выкладываем подсушенный хлеб. Далее укладываем ломтики авокадо, консервированную кукурузу, яйцо пашот. Аккуратно его извлекаем. При помощи салфетки избавляемся от лишней жидкости. И аккуратно перекладываем его на тост. Наш вкусный и правильный завтрак готов. Желаю вам хорошего дня!